Нихуя себе, блядь. Здравствуйте, люди! С вами Никит Субакакат, я продолжаю играть Aliens vs Predator Classic 2000. И это эпизод 4 проход. Проход куда? Мы сейчас, собственно, на шаттле. Мы улетели с корабля, где мы устроили бунт чужих, так скажем. Сейчас мы отправляемся, будем сбегать с корабля. Ну, собственно, банально. Обучение, да, легко. Космический грузовой терминал «Проход», а он так называется. Охранная вышка Вейланд-Ютани. Незначительное содержание экземпляра. Угу. Сейчас. Космический грузовой терминал «Проход». Охранная вышка Вейланд-Ютани. Незначительное содержание экземпляра. Внимание, обнаружено присутствие чужих. Судно находится в доке. Здесь кто-то есть. Попробуйте найти его. Система охраны включена. Уй, блядь, что это? Я ж только начал. Внимание, обнаружено присутствие чужих. Так, судно находится в доке. Здесь кто-то есть. Система охраны включена. Да что за херня? Что это происходит? Что происходит вообще? Я только начинаю говорить. Подожди ты, блядь, чужой. Сейчас высасывать меня будет? Система охраны включена. А, да. Пидпидок. Сейчас ты давай. Внимание, обнаружено присутствие чужих. Надо быстрее тогда ливать отсюда. Как-нибудь, а куда? Блять, открой дверь. Открой двери. Да блять! Что происходит? Я на шаттле сейчас вообще, ну, выходит. Внимание, обнаружено присутствие чужих. Система охраны. Да блин! Я не успеваю ничего сделать. Внимание, обнаружено присутствие чужих. Система охраны включена. Ничего, блядь. Да блин! Да хватит, как мне быть? Внимание, обнаружено присутствие чужих. Система охраны включена. Заебали, серьезно. Наконец. Где-то можно сохранить? Нет, стоп. Внимание, обнаружено присутствие чужих. Блять, ну это легко все равно. Система охраны включена. Я думаю, это кто-нибудь сложновато. Блять, иди нахуй! Заебали. Теперь буду поаккуратнее. О. Мне показалось, это скин из Counter-Strike. Так. А как это? Что это? Что это? Как убить? Блять, уберите. Как убрать? Ладно, попробуем. А тут кто-то есть? У меня тут никого нету. Но я могу пройти. Ладно. Да.
Подождите, это корабль какой-то большой для... Это значит мы на грузовом... Шаттл этот не, ну, небольшой, если честно. Значит, можно сделать вывод, что мы на другом. Да? Уходим. Погода. Мне кажется, именно такой. Внимание, персонал станции диспетчерской приемной части разрешено разойтись. Тихо. Как будто, не знаю, Грэбов, как мы думаем. Такое ощущение. Внимание, мы пытаемся не дать нам опыта добраться. Закройте с контура и ждите подводы, это не учебная тревога. Не, все-таки я вот чувствую, знаете, фильм крутой. Ой, что я сохранил сюда ни разу. Правильно я щит? Думаю, да. Пойдемте. Куда вниз спускаемся, я ж не умру. Хищник. Невадай. Ой, фу, блядь, опять хищник, блядь, чужой невадай. А, я здесь был! Или куда? Причем, в принципе, подождите, я же хотел как-то пройти сюда. Я здесь не был. Нет, ну это то же самое место. Тогда зачем нашел? Ладно. Так, ну, в принципе, я, по-моему, правильно шел. Ой. Стоп, а здесь что? Ну, я правильно шел. Не лезу. А выше? Повыше время. Блять, нет! Тихо. Я лез правильно. Где я? Вот здесь вот можно сохраниться. Я чувствую. Опа! Не успел. Так, все тут уничтожаем. Ладно, это генератор надо. Эти, короче, все будет это. Делаем здесь и на этом корабле. Не смущает просто то, что это не это космический, ну как бы. Шаттл не может быть такой большой. Хотя пусть знает, короче, ладно. Мне кажется, ладно. Ощути энергию, исходящую из нижних комнат. Ощутил, блядь, свинец себе. Арнольд Шварценеггер представляет. Так, загрузка, да. Сразу с потрохами делаем. Жираем, идем. Хорошо, что он меня не заметил. Я пока сохраняться не буду, в этом нет смысла. Так вот ничего нет. Потому что я так и знал, что здесь еще будет. Только. А, ну пройти туда я не пройду. Хотя я не удивлен то, что там дальше будет, и тут или тоже. Здесь. Здесь я был. Я только. Прилез. Да, прилез. О, блядь! Сука, это ты! Жак, как тебе? Не, ну здесь опять ничего не получил. О, здесь что-то есть? Нет. Нет.
А, вот там еще есть проход, блядь. Так мне что-то уничтожать, что ли? Включение моей системы. Включение аварийной системы, то есть. Окей. Энергию я уничтожил, ладно, окей. Это все отключено здесь. То бишь делаем вывод, что делаем. Опять все делаем вывод, да. А, что нужно. Что тут открылось? Откуда? А, этот пришел. Уля! Я не боюсь их, на самом деле, вот поверьте. Вообще даже с автоматами пиздюков не боюсь. Или мне выходит туда идти надо? Блять, 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 нет, я чуть-чуть боюсь. Но все равно я сжигать их. Закрой здесь комната. А, я помню, это же командир говорил. Так, это что? Уничтожьте источники энергии металлических лопастей. Ладно. Система охлаждения отключена. А! Это я это соединил сюда, ну ладно. А! А здесь уже уничтожено до меня. Тыки-то. Я думаю, не сюда точно. А. Нет, все сюда. Не, подождите. Угу. Это ж мы вентиляцию отключили. Да. Что, так уже закинул? Побоялся, видимо. Система охлаждения отключена. Блять! Сука! Есть эти, блядь, огнеметчики здесь реально просто поражают меня. И раздражают очень сильно. Система охлаждения отключена. Сейчас мы все тут отключим. Система охлаждения отключена. И. Система охлаждения отключена. Сука. А, фу, не вышло у тебя. Слава богу. Надоело уже, если честно, меня палить каждый раз. Так, 1 октябрь здесь мы прошли. Не, я надо отвернулся. Так, ну здесь у... Ай, блин, нет, стоп, фу. Чуть опять не пошел туда. Так, второй я уничтожил, ладно, окей. Третий. Блядь! Я до конца вас буду убить, блин, чтобы жизнь все остановить. Я не понимаю, у меня уже... И себе так какой-то... Ну здесь я быстро догорю, да хватит. А что еще не буду... Пятый я, по-моему, вырубал. Первый, да. А, где пятый? Сейчас. Четвертый, есть. Пятый. Откуда они появляются? Их же не было. Что я не знаю? Что за секрет? А, вот оно что, Михалыч. Подождите-ка. Тут пятый был. Пятый, да, пятый.
А, это я видел, но я не видел. Дискотека какая-то сегодня. Так куда идти? Нет, сюда я упаду, что я и так и сделал. Поэтому куда мне идти-то? Наверх тогда. И логично. Блять, ты уже пятый не отключил, да? Какой? Стоп, еще раз. Еще раз. Да нет! Блин, что за хрень? Надо обходить как это. Рядом кто-то есть. Комнаты еще хранят их за. Да и похуй, давайте. Ладно. Еще раз сохранимся точнее. Этого. Тупые военные, что он, блять, я не расслышал, если честно. А давайте я загружу, я хочу прочесть, еще ты, честно говоря, не расслышал. Это Лебовский, пожалуйста, остановите все трансферы опытных для следующего извещения. Блять, я не дочитал, что? Чего они, блять, дублируют-то, непонятно. Сейчас, еще раз. Так, это Лебовский, пожалуйста, остановитесь, так особо кто-то вещи. Десант еще не нейтрализовал ксеноморфов. Стоп, не отправлять их? Зачем? Пожалуйста, остановитесь от трансфера опытных образцов для следующего извещения. Он может их привести, типа, не имеет это, ну как тупая логика, как он не будет. Окей. Я уже хочу по дому закончить. Блять, на! А это хотела кинуть меня, да? Выходит. Ай, сучка херца. Какой-то лабиринт уже пошел. А это что? Блядь! Испугали. Арнольд Шварценеггер представляет. Не надо нам это. Нам нужно... Ну, помню, любого стоит. По-моему. То есть я бью, и тут никого нету. Я дохожу до комнаты, где ничего нету. Никого нету опять. И тут. Куда идти? Где же все... Бандитов хотел сказать, блин. Враги. Ни хрена себе. Господи, хорошо, я вижу. Так куда идти-то? Что, нам опять надо вылазить? Фуй. Блядь. А. Я не хотел! Ай. Внимание, Арнольд! Блять! Будьте здоров. Но пройти по нему нельзя, что ли? Чё за хуйня? Блять, чё за бред?
что я не понимаю, куда идти. Какого хуя они вертеться стали? Вообще. У меня такой вопрос. Блять, я застрял еще. А куда идти-то? Я думаю, туда надо, блин. Пробовать бы. Блять, нет, я сдох. По стенкам, может, как-то лезть надо. Въебание. Не внимание, блин. Какой раз уже? Пробраться. Ладно, попробуем сделать по-хитрому. Раз. Да блять, нет! Перевернись, чтобы они... А-а-а! Чтобы он на потолке был, это так можно. Ай, еще раз. Блять, да хватит. Да блять, пиздец. Как? Как это сделать? Не понимаю. Вот, это... Он не должен меня задеть. Почему я перевернулся? Почему я переворачиваюсь? Когда я не должен переворачиваться. Я иду по... Переворачиваюсь все равно. Блять, это... Странно. Ладно. То что там надо сделать, я не понимаю. Я умираю от этого. То, что я по этим иду, я умираю. Блять, смешно. Нет, мне грустно, на самом деле. Который раз уже перезапускать. Да хватит, блин, тырчиться. Как тут быть? Ой. Я нахуй упал. А я не все уничтожил? Как? Стоп, что в смысле? Как не все? А вы откуда? Я не знаю, откуда они берутся, они просто рождаются на месте. Три. Два. Давайте считать даже. Один. Четыре. Один, четыре уже есть. Один, четыре, три. Так, один, четыре, три. Два. Все. А, ну, ладно. В чем проблема дальше? А, стоп, блять. Чё меня считать? Что? А вот оно что. А что делать? Не возвращаться, что ли, нужно? Что мне быть и как мне быть?
Да они все выбегают-то. Чего я тут не сделал? А, вот туда можно пройти. Блять, а раньше нельзя было мне сказать? Что за бред? Объект понял позади энергетических модулей. Угу, хуй, я сохранил. Сейчас мы всех тут убьем. Закончим миссию, наконец-таки, она задолбала меня. Это момент. Объединяйтесь с нами. О, и тут посылки. Сейчас пойдет жарко. Все уже вышли. Ой, все. На этом я заканчиваю серию. Целый уровень ходили здесь. Целый уровень. Ладно. Прошли этот проход странный. Я не знаю, какой дальше уровень будет. Мы же выходит в грузовом центре были. То есть это как бы спасательный корабль был. Куда мы сейчас приземлимся, без понятия. Ладно, увидимся дальше, в следующей серии. С вами был Никитсу Макакайта. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Скоро финал. Может, в следующей серии он будет. Пока я не знаю, не могу сказать. В общем, как карты лягут и как миссия будет долгая.